панна-кота – вкусный и простой десерт, который сможет приготовить даже ребенок, при условии, что все сделано правильно. А какой простор для фантазии, от соусов с фруктами, до шоколада и карамели. Советую готовить панна-коту всегда на день раньше и держать в холодильнике, чтобы десерт смог приобрести свою правильную консистенцию. 1. Листы желатина положите в холодную воду на время, указанное на упаковке. В кастрюлю влейте молоко. 2. Добавьте сливки, сахар, доведите до кипения и снимите кастрюлю с огня. 3. Отожмите листы желатина, добавьте в молочную смесь и перемешайте. 4. Желатин должен полностью раствориться в горячей молочной смеси. Разлейте полученную массу в порционные креманки. 5. Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа перед подачей на стол. 6. Черешню освободите от черенков, вымойте, удалите косточки, разрежьте напополам и положите в сотейник. 7. Добавьте лимонный сок и сахарную пудру. 8. Поставьте сотейник на средний огонь и прогрейте 2-3 минуты, пока черешня не станет мягче. Снимите сотейник с плиты, дайте черешне остыть и поставьте в холодильник. 9. Готовую остывшую панна-коту полейте холодным сиропом из черешни и подайте на стол. Приятного аппетита!